Рассмотрим функции облегченного кресла-коляски Армет 5000 с возможностью использования антиопрокидывающих колес как транзитных. Конструкция рамы предусматривает возможность регулировки базы по высоте и изменения позиции задних колес для лиц, которые передвигаются без протезов для ног. Натяжение спинки и сиденья настраивается под потребности пользователя при помощи ремней на липучках. И спинка, и сиденье регулируются по ширине, выполнены из ткани с водоотталкивающей пропиткой, поверх которого крепятся мягкие подушки. Таким образом, чистка и стирка чехлов спинки и сиденья не вызывает затруднений. Спинка складывается пополам нажатием рычага на раме кресла-коляски. Сзади имеется практичный карман для личных вещей. Рама изготовлена из облегченного сплава с эмалевым лакокрасочным покрытием. Инвалидная коляска легко складывается, если потянуть сиденье вверх. Раскладывается нажатием на боковые опоры сиденья. Подобная конструкция рамы обеспечивает компактное хранение и транспортировку инвалидного кресла. Рифленые рукоятки предотвращают скольжение рук и комфортны для прикосновения сопровождающего. Регулируемые по высоте подлокотники с мягкими вставками снабжены грязезащитными боковыми ограждениями. При необходимости пересадить пользователя подлокотники откидываются назад отжатием рычага фиксатора, расположенного на стыке с рамой, либо снимаются. Кресло-коляска оснащено передними литыми и пневматическими задними колесами. Положение задних колес настраивается под пользователя по вертикали и горизонтали. Классические тормоза прижимного типа размещены с обеих сторон кресла-коляски. При нажатии курка фиксатора, расположенного в верхней части опор, подножки откидываются в стороны, а при необходимости снимаются. Опоры под стопы вращаются, меняют угол наклона и оснащены фиксирующими стопы ремнями. Комфортная конструкция, позволяющая пользователю избежать отеков ног, возникающих от длительного пребывания в кресле-коляске. Съемные антиопрокидыватели оснащены колесиками и регулировкой высоты на кнопочной фиксации. Если снять ведущие задние колеса, кресло-коляску можно перемещать через узкие проходы на колесиках антиопрокидывателя.